Всем привет, меня зовут Стас, и это компания Soft Club. Итак, все вы знаете, что я, как говорится, фанат яблочной продукции, да, и у меня только iPhone, iPad, Mac и так далее, но я уже много раз, да, на протяжении недели хотел что-то приобрести наподобие Android, да, потому что у меня всего три аппарата, то есть три оператора, вот, поэтому я устал ходить с тремя трубками, я решил найти одно устройство, вот, я склонялся между Galaxy Note 2 и Huawei P6, вот, я уже делал обзоры на эти устройства, поэтому я решил себе все-таки найти устройство, которое мне будет, ну, более-менее по душе. Вот. Мне очень понравился Galaxy S4 в плане вот как устройства, да, которое работает, ну, естественно, как Duos. Вот. Тем не менее, то есть, ну, достаточно приятный аппарат. Естественно, я буду делать обзор о нем, потому что есть огромное количество минусов, да, которые я нашел спустя 5 лет, да, после того, как я работаю на iOS-устройствах. Вот. Но, тем не менее, есть минусы, есть плюсы. Вот. Поэтому однозначно я затрону все эти моменты. Вот, ну, как говорится, вообще скажу так, да, наперед, что 4 ядра для Android, конечно же, не хватает, и 8 ядер тоже не хватает, и 15 ядер, и вот когда будет 100 ядер, тогда на Android можно будет работать. Вот, постепенно буду затрагивать те моменты, которые, как говорится, которые мне не нравятся, либо которые мне будут нравиться, буду делать обзоры точно так же на приложение. Вообще приложение, чтобы вы понимали, те, которые делают под iOS, платные, бесплатные, не имеет значения, а выглядят они на Android, это полный трэш вообще, то есть, ну, работать практически невозможно. Первое, что я сделал, это я закинул сразу все те приложения, которыми я пользуюсь на iOS, в частности, да, то есть постоянно. Вот, и то, что я обнаружил, я, конечно, был просто в панике. Но обо всем по порядку. А само устройство, вот именно вот просто как отдельное устройство, да, не считая на то, что там был бы там на нем iOS или Windows Phone, не имеет значения. Именно как сам аппарат в руке лежит удобно, ну, почти идеально, да. Я надеюсь, что iPhone, то есть компания Apple не придет к такому размеру. Вот. Почему? Потому что iPhone – это идеальное устройство в руке. Это самый лучший в мире мобильный телефон, смартфон. Вот. Galaxy Note 2, вернее, Galaxy S4 я все-таки отношу к стадии планшетофон, потому что он хоть и большой, экран у него тоже очень классный, вот, действительно приятный, но полноценный пользоваться одной рукой, вот, ну, скажем так, ну, для моей руки это крайне сложно. Да, разблокировать я его могу, вот, но не больше. То есть постепенно мы с вами будем затрагивать эти моменты и вообще посмотрим, да, то есть что из сегодня, да, из себя представляет Android. Вот, поэтому, если есть желание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и, конечно же, не забываем подписываться на наш Twitter для того, чтобы своевременно получать уведомления о всех видео, которые выходят на нашем канале. Всего вам доброго и до скорых встреч!